играете с друзьями в отряде, создать отряд, да, нажимать? Не-не-не, нажать готов, выбрать персонажа. А мне вот, я выбрал, да, и мне вот отряд, играйте с друзьями, все, ладно, хорошо, неважно. Нажми готов. Я жму готов. А еще можно тебе нажать не готов, ты знаешь об этом? Так, ладно, а против кого мы воюем, хоть немцы или Советский Союз? Не знаю, может, Советский. Знаешь, на самом деле мне очень стрёмно от того, что здесь три армии, и они воюют рандомно между собой. Как бы нельзя было бы создать четвертую армию Японии, и логично было бы тогда, что Америка с Японией и Советский Союз с немцами, или наоборот, неважно абсолютно. Иногда мог бы Советский Союз с Японией повоевать. Ну так. Или у них не получается. Нет, ладно, промолчу. Разжигание. Кстати, что там со своей девушкой? Ну, как-то. Ну, все? Наши полномочия на этом все. Ты зашел? Ну все, ты зашел в игру? Да, я даже нажал готов, я вот сейчас загружаюсь. А что ты с девушкой расстался? Что там? Че? Ну, как бы она мешала мне снимать видосики к играм. Ну, ты не особо и снимал их, если честно. Так потому что она мне мешала. Так а, ну, как давно вы расстались? Где-то, ну, не знаю, от недели до месяца, я не уверен. Кстати, она стопудово смотрит все мои видосики, поэтому мне придется эту реплику вырезать, но она очень смешная, блин, я не знаю, что делать. В смысле она твои видосики смотрит? Ну, она подписана на мой канал. Она не смотрит. Она смотрит. Ну, ты где? Да ну, у меня почти загрузка закончилась. Сука, я тебе дам, не смей брать этот грузовик. Не смей брать этот грузовик. Блядь, я для тебя грузовик. Короче, я для тебя велосипедик припас. Велосипед, спасибо. Пожалуйста, бля, велосипед, знаешь, какая, сука, роскошь? Мы... В КНДР, чтобы так это, велосипеды вот так, блядь, сука, меняли. Как ты ржешь надо мной. Давай скорее, ты пока загрузишься, бой закончится. Наконец-то я высаживаюсь. Я вижу, где ты. Чувак, ну я, короче, на бане. Меня уже убили, сейчас пройдусь. Да? Сейчас, подожди, вот еще это сам. Садись в машину! Вот это, давай, прыгай. А сейчас прыгнул. Да, почему они прыгают? Ты где? Подожди, сейчас пройду с ним. Я уже уехал, я выпил? Нет! Да, прикинь, за пулеметом не досидеть. Спрыгиваем. Я двоих убил. Что мне делать теперь, вот меня убили? Мне игра вылетела. В смысле, все? Четко. Да, нахуй. Вот так. Супер игра. Угу. Мне очень нравится. Я больше не буду никогда сюда заходить.